Саженцы гортензии метельчатый Little Blossom, Hydrangea paniculata, Little Blossom, относятся к новому сорту, выведенному в Голландии. Удивляет необычная расцветка, в начале распуска соцветия сливочно-желтые, затем приобретает бледно-розовый окрас. Листья насыщенно зеленые, яйцевидной формы. Высота взрослого куста достигает 80 см, что позволяет использовать его для формирования живых изгородей, украшения патио и газонов. Пышно цветет с первых дней августа до конца октября. Отличается отменной зимостойкостью, переносит пониженные температуры без укрытия. Гортензия метельчатая Little Blossom – это многолетнее растение. Кустарник лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, газонов. Гортензия прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для влагоемких почв. По типу ствола гортензия метельчатая Little Blossom можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – низкорослый. В качестве места выращивания гортензии прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает гортензия метельчатая Little Blossom в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Лист этого прекрасного растения по форме яйцевидный. Обратите внимание, что гортензия метельчатая Little Blossom – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.